Повестку 56-й сессии Народного собрания обсудили в Махачкале. Пройдет она 25 марта. Всего на сессии рассмотрят 20 вопросов. С докладом о работе полиции за 2020 год выступит министр внутренних дел республики. Также запланировано выступление о работе Счетной палаты за прошлый год. Несколько законопроектов будет представлено во втором чтении, в том числе об особом статусе Дербента, о поддержке соотечественников за рубежом. Особое внимание на мартовской встрече будет уделено массовой вакцинации взрослого населения республики от коронавирусной инфекции.